Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Передача автобусов КПАТа в аренду АТП может привести к повышению стоимости проезда. Такое предположение в эфире нашей радиостанции сделал руководитель региональной группы по контролю за ремонтом дорог Константин Сичихин. Стоимость годовой аренды 29 автобусов составит 22 миллиона рублей в год. АТП может попытаться компенсировать эти убытки, обратившись в региональную службу по тарифам, говорит Сичихин. Последний раз РСТ пересматривала тариф в прошлом году. В марте 2022 года стоимость проезда выросла до 30 рублей. Еще один способ компенсировать убытки, отмечает Сичихин, это получение субсидий от государства. Напомню, 29 автобусов марки ЛиАЗ планируют передать в аренду АТП на 3 года. Автобусы были закуплены КПАТом в 2021 году в рамках федерального финансирования. Экономика. На ферме «Моралов» в Кировской области будут развивать агротуризм. Она находится в Нагорском районе, и это единственная ферма «Моралов» в Кировской области. Предприниматель Любовь Дударева раньше занималась лесозаготовкой, но летом прошлого года посетила мораловедческий комплекс в Костромской области и решила сделать что-то подобное в нашем регионе. Сейчас на КФХ содержит 45 моралов и планирует расширять поголовье. Также в планах открыть линию по переработке пантов морала и создать туристический комплекс для гостей с проживанием, рассказали в областном правительстве. Губернатор Александр Соколов, который посетил ферму, предложил ее владельцам подготовить заявку и направить на грантовый конкурс по развитию агротуризма. В эфире «Экономика». К юбилею Кирова Центробанк выпустит памятные монеты. Наш город включен в план Департамента наличного денежного обращения Банка России на 2024 год. Монеты будут изготовлены из серебра 925-й пробы. Вес одной монеты составит 31 грамм, номинал 3 рубля. Монеты с изображением Кирова будут выпущены в количестве 3000 штук. Как они будут выглядеть, пока неизвестно. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».